такими вот крестиками. Вот у нас есть крестик. Значит, я вступаю вот в эту серединку. Тянем, 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 тянем. Ну, вот так, например, затянули. Моя задача просто сделать здесь закрепку. Сейчас почище будем делать. Вот, смотрите, у меня 4 нитки. И закрепка крепкая. Хорошая закрепка. Берем пуговичку. Раз, сюда. Это получилось у нас 4 нитки. Еще раз. Получилось 8 ниток. Да, 2 укола, 8 ниток. И переходим вот туда. Вот туда вовнутрь. Вот сюда уходим. Все опять затягиваем. Так, затянули, затянули, затянули кругом и оказались на изнанке. На изнанке делаем вот так. Зацепились вот за эти ниточки. Раз, два, три. Сейчас не буду торопиться, чтобы за этих не было пузырей. Вот, вот, вот. Затянули покрепче и пропустили между слоями ткани свою вот так вот хвостик вот этот, прежде чем его отрезать. Иначе он у вас распустится. Все. Вот так изнанка выглядит, вот так лицо выглядит.